Всем привет, это тот же день, только мы уже поспали и идем теперь завтракать. Это апарт-отель, там где мы находимся. Так, это холл такой вот с картинами. Двор, опять холл, вот, это Олег, маманька, на фоне картин фотографируются, это тоже, такая красота здесь. Ящички, постояльцы, видимо. Это вот апарт-отель снаружи. Называется Green Living. Это вход. You're welcome. Олежа, давай на фоне нашего отеля. Папа, подержи. Вот это наш отель. В таком вот месте находится. Потом будут опять. Видимо, это все отели. Апарт. Можно, но мы же вчера не знали. Знаешь, здесь будем парковаться. Парковаться здесь нельзя. А. Мы сейчас идем забирать нашу машину, потому что мы вчера, когда, точнее сегодня утром, когда приехали, поставили ее быстренько на парковочное место свободное. Вот, нашли здесь неподалеку. И сейчас как раз идем забирать ее. Это все европейский стиль, в Израиле таких нету. Хотели, кстати, здесь вчера машину припарковать, точнее, какой вчера, сегодня рано утром, а это оказался полицейский участок, как раз припарковали бы как раз возле самого нужного места. Получилось бы прикольно. Ну да, можно напрямую выйти и все. Не, там где-то за евро 40. Кстати, вот так вот в Австрии продаются газеты. Газеты платишь евро 30 и можешь брать газету свежую себе, прессу. Машины. Seat Altera XL, я такой даже не знаю. Сегодня, кстати, буду пытаться снимать и на Samsung Galaxy S22 Plus. Как вы знаете из моего предыдущего видео, я в аэропорту в Duty Free себе купил Samsung Galaxy S22 Plus зеленого цвета на 256 гигабайт на Snapdragon 8 Gen 1. Вот, буду на него пытаться тоже снимать сегодня, фотографировать, кстати, фотографии и видео на нем получаются крутые. Все детализировано, все очень четко. Так что буду сегодня и на GoPro снимать, и на телефон. По поводу машины. Я в предыдущем видео показывал, что якобы большая Toyota у нас должна быть, как приехали. Нам привезли большую Toyota, но оказалось, что это парень приехал, нас всего лишь забрал с аэропорта, повез в офис, там, где мы взяли машину. И машина вот оказалась у нас Suzuki гибрид. Вот такая вот. Suzuki гибрид. Вчера, точнее сегодня утром, первый раз поездили. Вроде нормально так ездит. Хорошо, это
универсал, если это правильно называется универсалом. Ну, прикольно, сегодня мы как раз поедем в Зальцкамергут и в ту сторону, и как раз проверим, как она работает. Это обычная австрийская заправка, плюс супермаркет, который здесь есть. Здесь и алкоголь даже продается. Покушать можно. Есть гамбургеры, две вот штучки стоят, чикенбургер 3,19 и вот с 30 есть, вот это вот походу 3,29, а нам сейчас надо купить здесь сим-карты для телефона. А вот и сим-карты. А это что? Все по стоимости 9,90 евро. Ну так что, берешь? Сейчас, давай. Я тебе... Вот тут есть Apple пополнять, есть Amazon, есть Google Play, есть Xbox, есть Spotify, PlayStation, H&M. Да, с сим-картой оказалось немного проблематично, потому что сим-карты продаются абсолютно пустые, их надо активировать. А активировать мы сегодня не можем, потому что сегодня выходной день, а также завтра будет праздник. И активировать получится только во вторник. А нам именно сегодня надо активировать, потому что мы едем на север. Вот, и будем что-то думать. С сим-картами получился маленький обломчик. Зато мы купили себе поесть сэндвичей. И купили попить. Сейчас пообедаем, и точнее позавтракаем, и будем уже ехать куда-нибудь. Будем пытаться выехать все-таки на север как-нибудь. Купили мы сим-карту, но опять-таки, как я говорил, ее надо пополнять. Сейчас мы зашли в кафе. Тут есть Wi-Fi, можно зайти на сайт для пополнения. Все-таки мы нашли этот сайт, чтобы нам как бы объяснили, как можно через сайт это пополнить. Сейчас сидим в кафе, пьем кофе. Ну и через Wi-Fi зашли на сайт, и сейчас пытаемся пополнить карту, сим-карту себе. Но для того, чтобы пополнить сим-карту, обязательно надо регистрацию пройти на сайте. То есть предъявить свой документ, паспорт, загранпаспорт. И после этого только можешь производить оплату. Сейчас это все делаем. Честно, мы должны были уже быть на севере, вот, к этому времени, но, как обычно, что-то идет не по плану, и это приходится решать. И, опять-таки, я вам рассказываю, как это можно решить, и вы будете знать, как это, как избежать этих проблем, и с помощью моего видео сможете, решить эту проблему. Все, мы наконец-то сделали интернет, связь, все, но... Честно говоря, без человека, который владеет языком немецким, вы это не сможете сделать, потому что там надо делать через сайт, а сайт полностью на немецком языке, вот, и поэтому вам просто будет необходима помощь человека, владеющего этим языком. Да, ну конечно, пап.
О, нам еще ехать примерно 2 часа до Гольштадта, и мы по дороге решили заехать перекусить в Бургер Кинг. Так что сейчас зайдем в Бургер Кинг. Вот он. Бургер Кинг. Так, набрали здесь вкусняшек, да. Вот такой вот гамбургер у меня, бургер точнее. Опа, ух ты, какой бекончик, прям такой настоящий бекончик, сырочек, яичко там есть, котлетка есть, круто, картошечка. У нас здесь салатик. И наггетсы. И наггетсы. Еще кола. И родители вон что-то там взяли себе. Вкусняшки. Вкусняшки всякие тоже. Такой же бургер. Елех тоже бургер он есть. Короче, нам будет сейчас очень и очень вкусно. Да, желать нам приятного аппетита. И приятного аппетита тем, кто сейчас кушает также. Так, давайте откроем, посмотрим здесь. О, смотрите, сколько всего. Сырочек, бекончик. Тут помидорчик. Всякие соусы. Класс. И плюс еще дополнительные соусы тут всякие. Друзья, что я вам скажу? Я такие фастфуды ем очень и очень редко, но это было что-то с чем-то. Настолько вкусный фастфуд я еще никогда не ел. Так что всем советую, если кто будет в Австрии, заходите в Бургер Кинг. Я думаю, что в любой Бургер Кинг, в который вы не зайдете, все будет очень и очень вкусно. Друзья, смотрите, какая красота, я словами не могу описать то, что я сейчас вижу. Сумасшедшая красивая гора в облаках, и внизу там озеро, не знаю, видно ли вам отсюда его или нет, но очень красиво, и скоро мы как раз туда и поедем, и я вам все покажу. Вижу, вижу. Сейчас.
хорошо, это красота какая. Тебе не нравится по таким дорогам ездить? Не нравится. Supermarket here. They may have Benadryl for you.